Продолжается голосование за объекты благоустройства по программе «Комфортная среда». Выбор территории, которые нуждаются в преображении, жителям Чувашии помогают более 700 волонтеров. О том, где можно оставить свой голос, в нашем материале. На протяжении 5 недель с 26 апреля по 30 мая на платформе формирования комфортной городской среды и на сайте госуслуги каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную общественную территорию, которая, по его мнению, нуждается в благоустройстве. Вы можете выбрать любой муниципалитет, либо это любой район Чувашской республики, либо город Чебоксары. Традиционное голосование, когда выбирать объекты нужно было на выборах с помощью бюллетеней, перенесли в онлайн-формат. Теперь сделать свой выбор можно самостоятельно с личного компьютера, через специальное приложение в МФЦ, либо с помощью волонтеров. Помимо помощи в голосовании, волонтеры информируют людей о том, какие проекты были реализованы в том или ином муниципалитете. Я считаю, что каждый человек должен участвовать в таком проекте, и наша помощь состоит в том, чтобы привлечь как можно больше жителей наших городов, нашей республики к голосованию за благоустройство, за объекты благоустройства и выбрать ту территорию, которая в следующем году станет лучше, станет краше. И действительно, города меняются для нас, города меняются ради нас. В голосовании участвуют 74 объекта благоустройства в 25 муниципальных образованиях. Перечень работ, которые необходимо выполнить в первую очередь – озеленение, устройство пешеходных зон и улиц, установка детских площадок. Из-за огромной нагрузки на платформу возможны временные технические неполадки, но в скором времени все они будут устранены. Итоги голосования будут опубликованы на сайте Минстроя, на той же платформе. Общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже в следующем году. А пока именно вы решаете, какие территории больше всего требуют внимания и как их благоустроить. Яна Яранова, Александр Атиков, Республика.